В Москве расследуют обстоятельства крупного пожара на территории Рождественского монастыря. Эксперты планируют проверить состояние исторических памятников. Обители основали еще в 14 веке при участии Дмитрия Донского. Это объект культурного наследия. Накануне вечером пламя охватило чердак келейного корпуса, который, как сообщается, в список памятников не входит. Однако древние постройки совсем рядом. И одной из главных задач было сдержать распространение огня. Тушить, по словам сотрудников МЧС, мешала большая площадь возгорания и плотное задымление. Справиться с пламенем удалось за 2 часа. По предварительной версии, огонь вспыхнул во время строительных работ. Самый сильный пожар в Рождественском монастыре произошел почти 500 лет назад. Тогда в пепел обратились почти все постройки. Восстанавливали обитель по указанию царя Ивана Грозного и его жены Анастасии.